Обедать, дядь Захар. Дядь Захар. Захар Алексеевич! А, Захар Алексеевич! Я из соседнего района. Выручай, Захар Алексеевич. Здрасте, хлеб да соль. Мне так и сказали, мотай к Захару Алексеевичу, выручит. Понимаешь, тут рычаг поломался. А у нас в районе нет, не у вас. Другие дают, они не подходят. А? Я уж и в городе был, и в сельхозтехнике был. Нигде таких нет. Выручай, Захар Алексеевич, другие дают. А время-то какое, а? Выручай, Захар Алексеевич. Раз взял, выручит. А, за мной дело не постоит. Кину на бутылку. А про это даже не заикайся. Он тебе так подкинет, мокрое место останется. Понял. Садитесь. Хворостины гнать не боись, не будет. Мамка сдалась. Ой, девочки. Заводи. Гляди. Чавелла,
А ну-ка, погадай, женюсь я в этом году, а нет? Не мы, а не что ли? Гадать он еще собирается. Муж меня бросил. Одни мы с ним. Совсем одни. Был у нас конь. Муж забил его, мясо продал. Сам подался в Молдавию. Может, еще куда, не знаю. Звал меня с собой. Не поехала я. Была бы одна, может, и поехала. А с ним куда? Шестой год как в воду канул. А может, и пропал совсем. Сын в школу ходил? Нет. Что же, читать не умеет? А сама грамотная? Нет. Чудеса? Нас же в музее показывать надо. Вон ученые мамонтенка нашли. Редкость, он древний. А вы-то похлеще будете. Что мне с вами делать? Вечернюю школу для вас одних открывать? Дай работу. Работу дадим. Руки нужны. А справишься? Клянусь сыном. Не клянись. А промеж нас с тобой договор будет. Так, так, так. А не так, так и ладно. С катертью дорога. Сына с осени учить будем. Срамота такая. Ну, а пока лето. Конюхом. Жить будете в старой школе. Ну что ж, Мария, с тремя справляешься хорошо. Теперь еще бери парочку коров себе. Глядишь, ты у нас все рекорды побьешь. Ой, скажешь тоже. Мне бы хоть свое отработать. Продовольственную программу приняли, теперь тянись давай. Кабы денег, тьма. Молодость вспомнить. А ну, вперед! Ну! Ну, пошел! Опа, опа! Жареные раки! А ну, повалу меня! Бррр, обормот! Вперед! 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 Thank you.
что? А ну не рви рычаги! Не рычаги, не рви! Какого рожда ты полез? Ой, черт! Какого рожда ты полез? А ну вылезай! Шею тебе намылить! А ты лошадь брал, спрашивал! А разговаривай! Спрашивал, да? Лови! Во глубине сибирских руд храните гордое терпение. Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье. Придет желанная пора. Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как в ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз. Ну, а теперь ты вот отсюда. Ну-ка. Оковы тяжкие падут. Темницы рухнут, и свобода воспримет радостно ухода, и братья меч вам отдадут. И братья меч вам отдадут. Вот как сказать можно. Вот слова так слова. Любое железо переживут. Ты их, Сашка, запомни. Ну, сроду такой пакости в Серпилках не бывало. Нет, ты помнишь, чтобы кто-нибудь, чего-нибудь, у кого-нибудь спер? Не было ж такого? У нас замков-то не было. Замки-то появились, когда с холодильниками да с телевизорами стали жить. А тут в предбаннике. Пришел, разделся. Взял часы, положил в кармашек на рубашке. Понимаешь, в кармашек на рубашке. Слушай. Нет, ты послушай. Положил в кармашек на рубашке. А домой пришел, бац, нет часов. Это он, больше некому. Ни на кого больше подумать не могу. Цыгане спокон веку воровали. Гони ты их в три шеи из деревни, чтоб духу не было. Обмозгуем. Захаром, обмозгуем это дело. А ты, я тебя прошу, о часах никому. Дело тонкое. Нажал, сломал. Молчу. Дядь Захар, выйди на минутку. А, Денис Иванович, заходи. Чайку. Спасибо, да некогда. Дело есть, выйди на минутку, дядь Захар. А мы тут великое событие отмечаем. Сашка-то читать начал. Читает? Да. Это хорошо. Это здорово. Да, еще бы. Сашка, Денис Иванович говорит, тебя наградить надо. Раз такие успехи, пока они там в правлении решат, я тебя сам награжу. Раз ты человек теперь образованный, можно сказать, слегка культурный, ты должен знать и ценить свое время. Тебе много надо еще наверстать. Вот тебе мои часы. И чтоб ни одна минута для тебя не прошла напрасной. Часы именные носи. Думаю, ты имя мое не посрамишь. Thank you.
Кого несет? Открой, это я, Сашка Цыган. Чего тебе? Твои. Где взял? Где взял, там их нет. Нашел. Где нашел? Там, где ты их потерял. Я тебе сейчас... Спасибо, скажи. Здравствуйте. Здравствуйте. Так что служи, Ваня, не ленись. Дело святое. Нынче ты за все ответь, с тебя и спрос. Как Суворов учил. Беги в самый огонь, кричи ура. Здравствуйте. Кричи ура. Врагу страшно, тебе веселей. Вот. Так что не робей, парень. Ну что, Митька ко мне пристает? Митя, ну что ко мне пристает? Это она сама ко мне пристает. Да нападай-ка ему хорошенько. Становись! Коля. Ну, иди, Ванюша. Равнять! Мирно! По порядку номеров. Рассчитай. Генка. Дай-ка руку. Левую. Гадать будешь? Угу. Давай позолочим. Не надо, я деньги в колхозе зарабатываю. Годится. Засим как шевскую. На общественных началах. Помолчи, помолчи. Валяй, послушай, давай. Дорогой. Рука у тебя, Генка, добрая, крепкая, а счастье свое упускает. До первого снега счастье в руке твоей. А снег упал, и ты пропал. Ой, а мне погадай, а? Эй, Лена, у тебя рука добрая. Сердце у тебя, Леночка, верное. Быть тебе до зимы женой, после зимы матерью. Если до первого снега не выйдешь за белого, то до второго выйдешь за черного. За негр, что ли? А я в городе видела, симпатичные есть. Швырев, Валерий Александрович. Вот, Сашка, удостоюсь такой чести, возьмут тебя в армию. Тогда ты человек, полноправный гражданин. Так что грызи науку. Неграмотного не возьмут. Борис Васильевич! Откуда у тебя синяк? Серым он путы вязал, а он не давался. А ну-ну. Отпустите его, девушка. Ему на службу надо. Ванечка! Сколь времени-то сейчас? Так уж обедать пора. Нашлась пропажа. Теперь, думаю, отбил охоту пропадать. А у меня вот, глянь-ка, секунда и стрелка ходят, нет? Ходит. Ой! 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 Забыл, как ты по связким садам шастал. Ой. Как тебя у связки ребята гнали. Кому ты прибежал? Дядь Захар, заступись. Пусти. Ой. Руки распускать. Я не посмотрю, что ты плешивый черт. Я тебе такую охоту отобью, по гроб доски помнить будешь. Ай, брычка, брычка, это чёны колебешь ты, а это кожу чай серебьянка. Ай, не-не, ай, на... Справляется. Не хуже других. Гляди-ка ты. Втянулась. Да и план дает. Чудеса. Цыганка. Да баб как баба.
Девчата! Шестимесячный приехал! А Генка где? Вот кто-то с горочки. Его Денис Иванович на комбайн пересадил. Я пока вместо него комбикорм возить буду. Понятно. Санек, продай бигуди, а? Какие бигуди? Он их на конюшню отнес. Ага, кобылам на ночь хвосты накрутили. Сань, а правда говорят, что цыгане девкам зелье подсыпают? Девки как выпьют, раз дурочками становятся. Да ты и без зелья, дурочка. О. А ты чего за спины прячешься? Девки, а она краснеть научилась. Точно? Иди сюда, Варенька. Давай, давай. Иди, смотри. Смотри, смотри. Точно. Хорош парень. Одни глаза чего? Ох, смотри, Варенька, ведь они красивые. Отдай накладную. Санечка, ну побудь с нами, куда ты спешишь? Санька, сплясал бы, что ли? А, ну что тебе стоит? Даешь художественную самодеятельность. Отдай. А ты спляши. Нет, нет. Дай сюда. Нет, давай. Отдай. Саня. Я на работе, поняла? Ты никуда от твоей работы не убежишь. Клавка, я отдавай. Вот я вас кнутом. Ну, пошел. Ну. Девчонки, чего же мы про кино-то не спросили? Сегодня же четверг, в клубе-то кино должно быть. А я знаю. Черный принц. Сейчас как придем, я как будто бы на репетицию, а ты посмотри, с кем он будет. А я его танцевать приглашу. Правильно. Варь, что скажу-то? Че еще? Небось, подежурить? Ага. Варь, золото, побудь за меня. Более нужно. Да ладно тебе, Варька. А ты что, в кино, что ли, собралась? А хоть бы в кино. А что, тебе это кино еще успеешь, находишься? Тебе больно нужно. Варюшка, ну сама знаешь, аж душа сохнет. Варечка, хочешь, я тебя поцелую, а? Варюшка, ну дай доходить, ведь еще же немножечко осталось, Варюшка. Ну что ты на мне виснешь-то? Нашли дуру! И так тут все лето за вас сижу. Варечка, ну ты же хороший, ну чего ты дурным голосом орешь? Как хочу, так ору, пусти, говорю! Варь, а тебе за собой пора последить. Помни, как давеча Сашка на тебя глядел? Боль нужен мне твой Сашка. А парни-то они все примечают. И как ходишь, и как разговариваешь, и как с людьми обращаешься. Боль нужны мне твои парни. А ты орешь, как скаженная. Варь, да ладно тебе, Варь. Ну, подежурь, а. Ну, ладно, иди уж. Варька! Золото мое! Опять тискать! Ты что? Сразу на шею! Лен, а целоваться будешь? Дура ты, Варька. Не, ну правда. Отстань.
Зануда. Что тут? Костра, что ли, жалко? Куда идешь? В кино ходила, сейчас на птичник иду. Тут дороги нет. А я напрямки. Смелая. Чай кипятишь? Зелье завариваю. Ну да, так уж и зелье. Не веришь? А дай попробовать. Дурочкой станешь. Ну да, так уж и дурочка, держи карман. Испугалась? Ну, чуточки. Видел, видел. Зелье. Обыкновенная смородина. Че, думаешь, не знаю, где рвал? У белых ключей. А я знаю, где ежевика. Сам знаю. А терн? Какой такой терн? Ну, такая синенькая ягодка с косочкой. Колючий такой. Ага. Знаю, сколько хочешь. А свербика? Свербика. Не знаешь? Саша, ты откуда? Как откуда? Ну, жил тут и раньше. А нигде. Как это? А так, ездил. Но родился ты где? Не знаю. Тебе зачем? Да так. Чудно как-то.
Ну, а что делал, когда ездил? Что делал? Когда дождь, из кибитки смотрел. Когда вечер, у костра сидел. Когда на базар ходили, плясал. На голове да на пуде. Как это? Ой, покажи, а. Да что-то как муха. Чаю дай, как жил, скажи. Плясать покажи. Музыку надо. Я без музыки не могу. Музыку, да? Разучился малость, и трава мешает. Это твои лошади? Мои. Мало их осталось. Я на трактор уйду. На трактор не возьмут, учиться надо. А сколько? 8 классов. 8? Много. А у тебя сколько? 9. 9? Сдам уток, 10-й пойду. Зачем тебе столько? Не знаю. Буду уток считать. А меня дядя Захар учит. Я в Сельмаге книжку купил про трактор. Когда коней пасу, картинки гляжу. А слов не понимаю. А ты сначала сказки читай, стихи. Тогда и про трактор поймешь. Я читаю. Вот. Эту читать легко. Про цыган написано. Сандра Пушкин писал. Александр Пушкин. Нет, Сандра, как я. Я Сандра, и он Сандра. Цыган тоже. Тут его фотокарточка есть. Вот, гляди. Цыган? А вот это тоже Пушкин написал. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всяк сущий в ней язык. И гордый внук славян, и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык. Пушкин он для всех. Давай покатаемся. Ты что? Давай, Саш, смотри, как хорошо. Ну дай мне лошадь, я одна поеду. Не надо. Ой. Ты что, дурочка?
Ну, догнал. Будешь еще. Будешь. Потому что цыган, да? Потому что дурак! Сказать Ленке про Сашку? Или не сказать? Ни за чтошеньки. Варька! Ты чё? Варь, чё скажу? Только никому честное слово. Ну чё стряслось-то? Варь, только тебе одной, ладно? Ну не хочешь, не говори. Варька! Варь! Ну? Замуж я выхожу. Ну наконец-то! Поздравляю! Без молота больше-то. Одному неловко. Чего? Ванюшка, в армии. Одному, говорю, неловко. Пойдем чай пить. Чего? Чего сказал? Чай, говорю, пойдем пить. Да нет, она не приедет. Посылка есть. Какая посылка? От Генки. Чё? Ой, Санечка. Санька. Санечка. Ой. Что это с ней? Больная, что ли? Слушай, Сашка, у меня к тебе дело. Смотай к дяде Захару на кузню, болт на десятку возьми. Еще дело. Да ладно, у меня подвеска на соплях. Вали давай. Натворил? Боже мой, ноги у меня подкашиваются.
Сон еще такой видел. Какой сон? Какой сон? Что-то ничего не пойму. Что он наделал? Да ничего не наделал. Ничего. Так от кого его прятаешь? Что хочешь, возьми, а спрячь. Милиция, что ли, ищешь? Ай, хуже. Ну уж, что хуже? Цыгане. Цыгане в деревне. Уйдут они его. Ты их не знаешь, не будет мне жизни. Аннушка, спаси. Спаси, родная моя. Угомонись, угомонись. Ну какие цыгане? Где ты их видела-то? Где цыгане? Управление. Много их. Какой видела? Прямо сюда. Только как люди жить начали. В чистом доме, в чистой постели, сытые. Ну что еще? Сашка книжки читает. Что случилось, да? По ночам даже читает. Спаси, Аннушка. Спаси, родная. Вон Денис Иванович, сейчас объяснит, как чего. Денис Иванович, какие такие цыгане к нам пожаловали? Еще цыгане? Ну, он Мария видела управление, боится, сына уведут. Так это не цыгане, это грузины. Бригада механизаторов к нам на уборочную. Ну, а ты горячку порыть раньше времени. Анют, как наш колхоз техника не богат, а баба в колхозе что? Самая большая сила. Правильно. Завтра 5 человек выделяй на ток. Давай помогу. А Ленка где? А здрасте где? Здравствуй. Ну так у Ленка со всеми. Давай ведра. Бери. Кашу с молоком будешь? Спасибо. Спасибо потом скажешь. Поехал. Садись. Пенку любишь? Я все люблю. А руки мыть? На, вот мотай к Завгару. Скажу, чтоб сам прислал бульдозер. Добро. 1 час, не больше. Настя! Здравствуй. Здравствуйте, Денис Иванович. Гляжу, что, тяжелая, что ли? Угу. Ну и как же ты? Может, я пока на птичек отправить, Варьке помогать? А? Пока суть, да дело. Да нет, Денис Иванович, я уж тут как-нибудь. Ну смотри, девка, а то принесешь 7-месячного. Мне такие в колхозе не нужны. Не принесу. Нет? Крепче будет. Денис Иванович! Денис Иванович! Денис Иванович! Что случилось? Дядь Захар. Дядь Захар. Дядь Захар. Что? Дядь Захар умер. Ну, пошла. Что там? Че это он сказал-то? Не слышали? Я не знаю. По-моему, что-то про дядь Захара, что ли?
Врачи говорят, осколок близко к сердцу сидел. Ну, сколько годов прошло. Достал. Вот тебе и война. Безотказный был человек. Помоги задачку решить. Давай. Смотри, ты идешь из пункта А по 4 километра в час. Я иду из пункта Б тебе навстречу по 5 километров в час. Дорога 18 километров. Когда мы с тобой встретимся? Через 2 часа. Я тоже так думал, что делов-то на пару часов. Да тут умножение и деление знать надо, а гадать не надо. Вот твою скорость прибавить к моей, сколько будет? 5,4? Угу. 9? А теперь расстояние от А и Б раздели на нашу с тобой скорость. 18/9. Нить, кончай! А и Б сидят на трубе! А и Б сидят на трубе! Ма, дайте помогу. Варька, а? Выросла ты из пальто-то. Пальтишко совсем детское. А ты у нас вон какая невеста. Ну, мам. Ну, чего, мам? Ну, ладно, новое к Октябрьской исправим. Мама! Ну, Андрюша, Варька! Третьего дня Сашка опять стоял под окнами? Ну, стоял. Мы с ним задачки решали. Ишь ты, цыган, а старательный. До армии хочет 8 классов закончить и на тракториста выучиться. Он что, в армию собирается? Ну, а чё ж. Учительница говорит, прям на лету все хватает. Так а после армии он с матерью будет жить? Или в город подастся? Не знаю. Ты бы спросила. Не буду я спрашивать. Ну, как об этом не спросить? Не буду я спрашивать. Ну, ты не будешь, я сама у Марии спрошу. Не смей. Стыд-то какой. Нужен он мне больно. У калитки стояли, стало быть, нужен. Многое настояло, мы с ним задачи решали. Ну, разве я запрещаю? Парень, ты он тихий, вином не балует. Ты стой, дочка, стой. Только стоять тоже надо с умом. Девичье дело такое. Нашла себе цыганское счастье. Ну, мам. Вот купим пальто. Котик натуральный. Угу. Мама, смотри, какая шуба. А, ничего. 1980. Так это, небось, год указан? Не, рубли. Рубли? Угу. Чё-то уж больно дорого. Ой. Шуба так себе. Пошли смотреть пальто. Пошли, пошли. Чёрное не хочу. Мам, во! 290. На примерку. Мам, 290, смотри, какое. Ну уж, дюжа маркая. Вон, агроном же ехала в машине, запятнала, а сейчас хоть брось. Ну что, подобрали что-нибудь? Ой, да что-то не нравится. То марка, то... Ну, а на какую вы примерно цену бы хотели? Да и сама не знаю.
Знаете, дорого, рискованно, дочка расти еще будет. А так, рубликов на 150, можно подороже. Конечно, конечно. Девочка-то еще в росте. Ну да. Постарайтесь, пожалуйста. Виноват. Разрешите? Пожалуйста. Есть у нас для нее одно великолепное пальто. Недорогое и очень приличное. Вот хорошо. Мы ее сейчас так разоденем. Пойдемте. Спасибо вам большое. Мальчик у нее хорошенький. Лидочка сегодня работает? Она там, пройдите. Подожди. За шубой. Не маркая? Дроп. Воротник из песца. Какой воротничок-то? Из песца. Песец, зверек такой, ноской, но модный. Подкладка стеганая из саржи. Угу. Шелковый. Ну, как нравится? Угу. Хорошо, хорошо. Экстра. Очень к лицу. Берите, не сомневайтесь. Угу. Что за прелесть, девочка? Здравствуйте, Лида. Здравствуйте. Вот что значит одеть человека, как положено. Ну-ка, пройдись. Пройдись, пройдись. Недаром, говорят, по одежке встречают. Да. Невеста. Чудо, а не пальто. Выписывать? Да, выписывайте, выписывайте. 17-й годок дочки-то. Хорошая девочка. Сама на птичнике зарабатывала. Пальто хорошее. Вера, выписывай. 182 рубля, касса рядом. А получать... Счастливая пора у этой девочки. Да. Первое пальто, первые туфельки. Все впервые. Ай. Хорошая подкладка. Погладь. Хоть на платье. Ой. Мам, а давай еще вверх посмотрим. Я забыла, какой верх. Ой, верх хороший. Ну, верху с носу нет, с носу нет. Говоришь, что 300 отдали. Да за 300 еще хуже бывает. Помнишь, что бежевое? Господи, там глядеть не на что. Мам, а давай еще воротник посмотрим. Воротник еще не смотрели. Она сказала, как воротник называется-то? Песец. А, о, видать, дорогой. Мам, а давай я в нем в деревню приду? Ну, не. А вообще давай. Давай, давай, на то и купили. Правильно. И теплый какой! Теплая, теплая дочка, теплая, теплая. Насчет теплоты-то и говорить нечего. А что шуба? Господи, одно название. Ни греву, ни красы. Как зипун, правда? Да. А в случае чего вытрется по швам? Или лопнет? Была б целая, а то вся из лап. А это нет. Красота, красота, красота. И к лицу. И сидит, ладно, Варк. Мам, мам, я в нем как взрослая, да? Ой, молчи, молчи, доченька. Вот еще платок пуховый справим. И сапожки, да? И сапожки, сапожки справим, а как же? Ой! Ленка, Ленка! Кто-то умер. Человек, золотой человек, Денис Иванович! С вечером к нам! Спасибо, спасибо! Поздравляю! Спасибо! Счастливо, ребятки, счастливо! Надо же! Ленка красивая! И Генка тоже! Роза наша днем сорели. Роза наша днем отели лава, ай-не-не-не, ай-не-не. Mm-hmm.
праздником! С праздником, дедушка! Здрасте! С праздником! Уже ефрейтор. Ваня. Нельзя! Ну-ка, покажи. Ну, покажи, что пишет-то. Ну, Ванечка. Ну, какой. Миром согласие вашему дому быть, пергу я дому яичку, тому сальце свальце, а чарочку пальцы. Проходи, дед, проходи, милый, проходи. Спасибо, касатка. Садись. Спасибочки. Садись, дедушка. С праздником. С праздником вас, люди добрые, с праздником. Берем согласие вашему дому быть пирогу я дому, яичку крутому, сальцы, сальцы. А чарочку, пальцы. Заходи, дед, заходи, сейчас сообразим. Гляди, дед, оденись. Не гляжу, не гляжу. Дел молодой, дел молодой. Сам когда-то молодой был. Давно ли радио в Дикольно было, а тут найти велось. А что ж у вас? Ни стола, ни лавка. Да гарнитур, дед, брать будем. Давай, давай, обсудим. Стенку, тахту и два кресла. Угощайся, дедушка. А ну, вроде бы. Ну, хорошо, ладно. Да, что ж, избу-то стенкой перегороете, что ли, а? Да нет, дед. Стенка – это четыре больших шкафа. Так дорого поди. Полторы тысячи. Полторы. Так мой дом со всеми потрохами полторы не потянете. Даже широко гуляете, а? А чего их жалеть-то, дед? Ну и что ж, любовь вам и совет. Детишками разводитесь, старайтесь, не ленитесь. А мы, дедушка, трудолюбивые. Ну и ладно. Не хуже. На старости одному оставаться. Вот моих соколов всех на войне побило. Так что старайтесь. Старайтесь. Угу. В фитиль попадет? Или в крокодил? Хитрован. Мир и согласие твоему дому. Быть пирогу я дому, яичку крутому, сальце с мальца, а чарочку пальцы. С праздником, дядя Сыван, с праздником, милый. Им плюй в глаза, все, божья роса. Угу, лавкач. Лавкач, говорю, с праздником. Ты на кого это, а? Да Рассошинский верный путь. По сводкам вся зябь поднята. А я вон дальше проезжал. Завражи еще и не тронут. До сего дня. На второе место в районе лавкач от посвистов. А сказывать тебе Тимирязевка кончит там еще что-то. Тимирязевка тут не виновата. Так я про что и говорю, что Кученок говорит еще. Надо доклад порядочный должен быть, как бы от себя лично. Ну, ведь это не та шинель, что пуговицы им блестит, а та, что греет. Вот тебя бы взять, Денис Иванович, а? Все село обошел. Что? Все село обошел. Все. Всех поздравил? Всех. Пойдем до дома доведу. Поспишь хоть пару часов до собрания. Я комендант Басманман, пущай бушует непогода, пущай завал шумить, пущай темнеть небосвод. Слышь, ей-бог, это в кузне. Какого лешего? С такими голову в кузне. Кому это приспичило под праздник-то? Вот, и гадай. Это он по раскаленному, по мягкому тюкает, потому и глухо. Он этот, со звоном,
Это же он. По наковальне. Кто он? Ну, он. А кто же еще? А кто, черт тебе дери? А может, это сам Захар есть? Почерк-то его! Слышь, легкость руки-то какая. Ведь не работает. А благость вызванивает. Сейчас он не спятил. Так ведь он же за работой помер. Человеком жил, человеком помер. Вот он и поднялся с погоста за незаконченным делом. Однако ты нынче перебрал. Да ты меня хмелем не попрекай. Ведь без Захара до кузни совсем осиротела. Дело-то его никто не ухватил. Вот он и поднялся. Забота его одолела. Денис Иванович, а может, не надо мешать? Пусть себе тюкает. А вот мы разберемся. Погодь, можно рот шумнуть. Тебе лишь бы шуметь. Идем, говорю. Не уж идешь, Денис Иванович. Иду, не отставай. А я к тому, идешь ли. Денис, бегешь-то шибко больно. Погодь. Угораздил ты меня, ей-богу. Затихло чего-то. Пошли. Да ты, Денис, как хочешь. А я тут постою. Денис Иванович, никого нету тебе, а? Ой. Митька, ты? Да. Ах ты, чирий, подстанник. Так это ты, тюка. Я тебе покажу, разбудяй сыромятный, как народ смущать. Люди Октябрьскую революцию отмечать собираются. А он стервец тюкает. Я тебе потюкаю. Я и Сашке ухи обдеру. Погоди-ка ты, уши откручивать. Сашка, где ты тут? Вылазь немедля. Чистый супостаты. Это ты ковал? Я. Ну-ка. Ну и что это такое будет? Я это Захару звезду хотел выколоть на памятник. Дядь Захару? Это хорошо. Это ладно. А ты мне вот что скажи. Болт отковать сможешь? Простого болвана? Простого. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Какой, на десятку или какой? Давай на десятку. Митька, на десятку давай. Ладно. Нарезкой? Ну, как положено. Если с нарезки, то плашки надо. А ты откуда знаешь, что плашками? А как же? Ну, ладно, давай пока без нарезки. Простого болвана. Снимай упаковку. Зубила. Здесь.
Митька, оправку. Делай. Шестигранник? Или на 4? Давай на 6. Нарезать? Не надо, верю. Болт! Болт. Тебя как по отчеству, Сашка? Мне вместо отца дядя Захар был. Паспорт буду получать, его и запишу. Спасибо. Александр Захарович. Молодец. Молодец. Поди ж ты, а? Дядя Захар, за один нагрев был дел. А я два раза грел. Ишь ты какой. А колесо ошинуешь? Ошиную. И концы сваришь? Дядя Захар показывал, а так не знаю. Показывал, говоришь? Ну, а сошник? Культиваторный. Он самый. Железо хорошее требуется. Рессорное. Ну, а ты так пока одну форму. Один не оттянешь. Молотобоец нужен. А ну-ка, давай попробуем. Где тут Ванюшкин молот? Молот? Митька! Ждут на собрание на торжественное. Дорогие товарищи, прежде всего, дорогие товарищи, позвольте вас поздравить с днем рождения нашего советского государства, нашего социалистического отечества. Еще хочу вас поздравить с новым кузнецом. Вот он. Лично экзаменовал, все экзамены выдержал. Есть у нас в Серпилках кузнец. Раз такое неочередное дело, тут уж одно к одному. Правление колхоза и партийная организация награждают нашего Сашку за добросовестное отношение к работе почетной грамотой и ценным подарком, избранными произведениями Александра Сергеевича Пушкина. Спасибо. Поздравляю. Да ты ж на меня, ты не серчай. Я тебе кораблик смастерю. Ну, открыть. Нет, нет, нету музыку, нету. Цыганочку. Цыганочку с чувством.
4. А 5 и 8? 40. 2×2. 4. 5.